Ветерану телефон. В Люберцах стартовал проект мобильной бригады помощи. Благодаря ей у каждого участника Великой Отечественной войны появится мобильный телефон с бесплатной связью. Инициатор проекта – «Единая Россия». Секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий дал старт акции. Я в авиации служил. У нас авиация дальнего действия была, бомбардировщики Б-25. Супруги Яроцкие – участники Великой Отечественной войны. Раиса Павловна ушла на фронт добровольцем в 18 лет. Служила в летной части радисткой. Сергей Андреевич – военные годы. Летал на бомбардировщике. Идут по жизни супруги рука об руку. И в беде, и в радости уже более полувека. Дочка, двое внуков. И двое правнуков. И двое правнуков. А живем мы в разнем 59 лет. Нужно себя держать в руках и знать друг друга, чтобы не расстраивать. Самое главное, чтобы в квартире был мир всегда. Любить друг друга. Это самый основной вопрос. Теперь связываться с близкими супругом Яроцким будет проще. Они одними из первых получили телефоны с бесплатным обслуживанием в рамках партийного проекта «Мобильные бригады помощи». Появилась такая возможность у партии «Единая Россия» для того, чтобы они могли экстренно вызвать какие-то экстренные службы, поговорить со своими знакомыми, друзьями, близкими. Эти обеспечения этой связи будет бесплатно, пожизненно. До конца сентября мобильные телефоны получат все 134 участника Великой Отечественной войны, проживающих в Люберецком округе. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.